счастливого пути. Оружие сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу и до... Сэм, деактивировал сенсор проникновения. Они реагируют только на тебя, не на груз. Осторожно, тебе может грозить опасность.
Mm.
Все нормально?
Доброе утро, Сэм. Новейшая модель в нашей линейке X-Granat. Вот она, номер 2. Эта модель произведена с использованием экстрактов, полученных из твоих каловых масс. Мы полагаем, что в результате регулярного употребления криптобиотов ты выделяешь компоненты, которые могут быть особенно эффективны против тварей. Если ты хочешь, чтобы мы произвели больше таких гранат, тебе нужно лишь предоставить нам необходимое сырье. Буду ждать твоих отзывов.
Здравствуй, Сэм. Давно не виделись. Ты помнишь, что делать? Представь себе то место, куда ты хочешь попасть. Выглядел мир сотни миллионов лет назад. Был один большой континент. А это... Знаешь что? Луна. Скоро я покажу тебе настоящую. Обещаю. Целый мир. Сможешь отправиться куда захочешь. Хоть на Луну. Пути. И впредь
пожаловать, сэр Портер Бриджес. Сэр. Итак, Сэм, закрой глаза. Не думай ни о чем. Представь себе это место.
молодец, что зашел. Вот, посмотри. Это твой новый браслет. Теперь это не просто терминал, но еще и оружие. После прошлого соединения я полностью его переделала. Оружие, говоришь? Ну да. Резаки. Сейчас объясню. Все твари соединены с той стороной через свою пуповину, так? И когда перенесенная по ней материя из нашего мира входит в контакт с их антиматерией... Бум! Выплеск. Но... Как и предполагал Дедмен, у твоей крови есть особые свойства. Ею можно перерезать пуповину. Вот это я и добавила. Перережешь пуповину, и тварь вернется в свой мир. Нет твари, нет выплеска. Победа. То есть их можно подрезать? Если сумеешь незаметно к ним подобраться, да. Супернаручники и резаки. Да. Давай их опробуем. Обрежь нить между нами. Она уснула. Я ее накормила досыта. Давай. Прошу, Сэм. Освободи нас. Она была чужая в этом мире, но... Все равно я не хотела ее отпускать. Хотя она уже потеряна. Понимаешь? Она не совсем моя дочь. То есть про теракт и так далее ты наврала? Нет. Это была правда. У меня не вызревают яйцеклетки, а у Локни больная матка. Короче говоря, мы обе не можем иметь детей. И я с этим свыклась, то есть... Думала, кому нужны эти дети. Но сестра считала иначе. Она хотела ребенка, передать свои гены. Она влюбилась в сотрудника Бриджеса, но он погиб, несчастный случай. Конечно, она была потрясена. Я тоже. В то время я могла чувствовать ее сильные эмоции, а она мои. Когда я поняла, что жить она больше... не хочет. Я сказала ей: родим ребенка. Мы оплодотворили яйцеклетку Локни его замороженной спермой, а я ее выносила. Во мне рос здоровый ребенок, а потом случился теракт, и связь оборвалась. Я хотела сказать ей. Но со мной была дочь. Я не могла ее просто бросить. Я не права. Нужно ей сказать. Иногда надо рвать старые связи, иначе не завести новые. Если мы хотим объединить мир, сперва я должна вернуть себе сестру. Прошу, Сэм. Режь.
домой к Логне. Сэм, застегнешь меня? Я давно уже не была снаружи. Слишком много впечатлений сразу. Ты уверена? Я думал, у тебя развилась клаустрофобия после того случая. Переживу. Главное, чтобы я могла выглядывать. Тепло света. Касание ветра. Аромат мира. Везет тебе. Между вами осталась связь. Ладно, Сэм. Давай.